в описании. Перейди и подпишись, ведь он крут. Ну а также передавай ему привет от меня в комментах. У него в комментах. А если ты это уже сделал, лови пятюню. Ты крут. Ребятки, не забудьте также подписаться на мой инстаграм. Там я выкидываю фоточки и видео каждый день. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Подпишись. Ну что, хватай вкусняшки, и мы начинаем. Вот мы и появились в комнате. А давайте-ка добавим экстримчика и скажем бабке и деду, что мы пришли. Бабуль, дедуль, мы пришли. Встречай гостей. Вы тут уже засиделись. Пора бы косточки размять. Йо, спать. Ха-ха, дед дрыхнуть пошел. Давайте бабку заманим в подвал. Бросаем вазу. Отлично. А сейчас пойдемте навестим дедка. Проверим, спит он или притворяется. Точно спит. Аж храп на весь дом стоит. Проверим, что в шкафу спрятано. Да уж, не густо тут. Пусто все, пусто. Побежали, откроем комнату охраны. Главное бабку не встретить, а то она затихарилась где-то и ждет нас. Она бежит за нами. Не поймаешь, не поймаешь. Стой, стой. Еле-еле догнала. Это ты тут бегаешь? Иди-ка сюда, покажу тебе свое гостеприимство. Не, бабка, я, пожалуй, откажусь. Знаю, какая ты гостеприимная у нас. Ха-ха. Ты знаешь, а другие нет. Слазь, покажу. Ха-ха, хитрая ты, бабка. Отвали, все знают, что от тебя надо держаться на расстоянии. Вали, бабка. Так, в тумбочке было все пусто. Посмотрим, что в шкафу. И тут пусто. Блин, только Носферату хранит там что-то у себя. Прыгаем вниз. Кукусики. Ой, бабка, я думал, ты уже ушла, а она тут залипла. Я тебя ждала, иди-ка сюда. Не пойду, давайте попробуем отвязаться от нее. Пролазим на улицу. Фух, вроде отвязались. О, нет, валим! Не спрячешься от меня. Ха-ха-ха. Спрячусь, спрячусь, бабка. Любитель миска и сырка. Опа, а что же тут у нас? А тут у нас ключик от сейфа. Супер, берем его и оставим его тут. Наверное, это я зря тут нашумел. Сейчас бабка придет. Валим отсюда. Дед, лови его. Он внизу. Так, ребятки, сегодня мы убежим, а точнее уплывем на лодке. И я думаю, надо прихватить с собой детку и бабку, чтобы они проветрились. Может, тогда станут добрее. Ха-ха. А то засиделись они тут у себя дома. Одичали совсем. Но это будет не так-то и просто сделать. Но ничего, мы попробуем. Как раз, как говорится, попытка не пытка. Я где-то тут видел канистру. Давайте заберем ее и сбросим тоже вниз. Что ты тут задумал? Я тебе не дам убежать. Тем более нас забрать. Это мы еще посмотрим, бабка. Ха-ха. Дед, сюда! Заколдуй его навсегда! А то он тут уже планы придумал! Ха-ха! Не заколдует, дед! Он же заклинание не вспомнит! Вспомнит! А вот если вспомнит, то нам капец придет! Мы с ним учили целые выходные! Тебе капец! Ха-ха-ха-ха! О, блин! Валим отсюда! Надо деду помешать! Заклинание вспомнить! Только, блин, как это сделать? Никак! Ха-ха-ха! О, блин! Отвяжись, бабка! Вот привязалась! Капец! Не оторваться от нее! Не убежишь! Я готовилась к твоему приходу! И как же ты готовилась? Неужто ли бегала бабка? Бегала! Да не поверю! Ты же ленотик! Чего ты врешь? А бабка брюшка! Ха-ха! Прячемся под кровать! Уходи, бабка! Вот, блин! Куда он пропал? Прям сквозь землю провалился! Но ничего! Я его найду! И поймаю! Дед, ты куда пропал? Фух, вроде ушла, а дед там дрыхнет, ха-ха! Ты вообще обнаглел? Ты чего там дрыхнешь? Иди-ка сюда, старый! Ха-ха, бабка разозлилась, походу! Кто тут за мной следит? Я, бабка, отдохни, ха-ха! Дед, иди сюда, пердун старый! Ну не ворчи ты, бабка! Ждем деда, он сто пудов сейчас нагрянет! Пока его нет, проверим, что тут спрятано. А тут у нас кусачики. Класс, возьмем их чуть-чуть попозже. Ха-ха, бабка, дед даже не шевелится. Тебе помогать. Ладно, деда ждать не будем. Побежали, откроем дверь у Носферату. Открываем. Супер, а сейчас забираем патрончик. И побежали вниз за кусачиками. И заодно поищем дедка-пердунка. Ха-ха, дедуль, ты где? Вот ты где. Приветуль, дедуль, чего ты такой быстрый? Ха-ха, не прошло и полгода. Вот, блин, попался! Бабка, помогай! Не поможет тебе бабка! Ха-ха! Она тоже спит! Забираем кусачки! Ребята, если хотите поучаствовать в выборе игры для следующего видео, заходите в мою группу ВКонтакте и голосуйте, в какую игру мне сыграть! Газовая атака! Ха-ха-ха! Фу, дед, ты опять за свое! Валим отсюда! Фе, дышать невозможно! Надеюсь, наверх не доберется эта вонь! Тут вроде нормик! Надо открыть Носферату, чтобы он не задохнулся! Ха-ха! Открываем шкаф! Перекусим!
Закусываемся. Одна, вторая, готова. Блин, а тут у нас ручка двери, а она нам не нужна, так как мы решили уплыть на лодке. Валим отсюда. Прыгаем вниз. Куда собрался? Ой, блин, бабка, фух, пронесло. Чуть не споймала меня. Не пройдешь. Отойди, бабка, дай пройти. Нет, дед, я держу его. Ты где? Бабка, да чего ты прилипла, как банный лист. Отвали ты, поспи, а мы пока полазим у тебя на кухне и посмотрим, что ты тут напрятала. Поймал. Ой, блин, дед, капец. Ха-ха-ха. Блин, вот этот дедок-пердок появился из ниоткуда и нас поймал. Сейчас надо смотреть в оба глаза, а то дедок как-то активировался. Побежали на кухню, заберем шокер. Так, вот он, берем его и посмотрим, что тут спрятано. Так, а это ключ от решетки, он нам тоже не надо. Чего ты у меня на кухне лазишь? Мяско мое, съесть захотел? Не трожь мяско! Бабка, не бубни, не нужно мне твое мяско! Ща я тебя заколдую! О, дедок летит! Отдохни, дедуль-пердуль! Ха-ха! Дед! Ты больше горох не ешь! Это мое единственное оружие против него, когда мы спим! Ух, ничего себе! Какой дед прохаванный! Он специально устраивает газовые атаки! Это у него тактика такая! Ничего себе! А я думал, дед тупенький! Но оказывается, извилины у него еще работают! Мы, походу, нашли уже почти все предметы! Нам остался только руль от лодки и ключик от решетки! Надо заглянуть к внучку! Посмотреть, что он там спрятал у себя! Только для начала сольем воду, чтобы кракен нас не слопал! Откручиваем гайку! Супер! А сейчас гул к пятачку! Привет, пятачок! Он тут! Сюда! Он тут! Сюда! Тихо, пятачок! Не пищи! Гул за шокером! А то пятачок сейчас нам бабку и деда разбудит! Надо-ка его успокоить! Забираем шокер и назад! Пулей к пятачку! Пятачок, ты чё там прячешь? Признавайся! Не скажу! Я тебя погрызу! Погрызу! Хрю-хрю! Хрю-хрю! Ням-ням! О, блин! Ой, блин! Укусил! Вот зараза! Ням-ням! Отвали, пятачок! Бабка! Он тут! Сюда! Я его обездвижил! Хрю-хрю! Хрю-хрю! Да капец, блин! Сейчас бабка прилетит! Я слышу ее шаги! Не трожь, внучка! Иди-ка сюда! Да не трогал я его! Он меня погрыз! Успокойся, бабка! Расслабься! Релаксуй! Дед, сюда! Иди защищай пятачка! Тьфу ты, внучка! Вот смотрю, семейка крепнет! Ха-ха, бабка! А где твоя башка? Что тут происходит? Да что? Лови его! Отдохни и ты, дедок! Вот, блин, попался! Давай заклинание! Нет уж, дедок! Ха-ха, не вспомнишь! Блин, забыл! Супер, а сейчас пойдем к пятачку! Пятачок, вылазь! Я тебя съем! Хрю-хрю, хрю-хрю, съем! Фу-фу, пятачок, ты чего так разошелся? Не бузи! Ха-ха! Вот так-то лучше! Пойдемте посмотрим, что он охранял! Супер! А тут у нас лом! Отлично! Забираем его! Слендерина! Ну не кричи ты, а то семейку разбудишь! У них здоровый крепкий сон! Посмотри, как они сладко спят! Ха-ха! Побежали, откроем ящики! Открываем! А тут у нас ключик от решетки! Отлично! Осталось найти только руль от лодки. Бросаем ключик вниз и возвращаемся назад за ломом. Он нам еще пригодится. Блин, а где он? Вот он, берем его. Лом слился с полом, и я его еле-еле нашел. Они так похожи. Сейчас прыгаем вниз. У, бабка! Ну давай, прыгай, я тебя жду. Ага, сейчас. Мне уже перехотелось прыгать. Побежали вокруг. Я быстрее. Ну давай, бабка, на перегонки, погнали. Поймал. Блин, дед, да капец. Бабка, ты выиграла. Ха-ха-ха. Блин, дед достал. То его не видно нигде, то он появляется ниоткуда. Может, он колдует, как монашка. Не зря же он переодет, как монашка. Ребят, как вы думаете? А ты догадливый, заколдую тебя. О, нет, убегаем вокруг. Ловлю. Воу, дед, блин, где же шокер? Берем его. Фух, успел. Редиска, блин, не то. Ха-ха, дед, колдовство не для тебя. У тебя куриная башка. Ха-ха. Ладно, дед, дай пройти. Че ты тут вцепился в эту дверь? Не пройдешь. Бабка, я его держу. Ха-ха, дед, вот ты задержал. Капец прям. Я сейчас лопну от смеха. Ха-ха-ха. Че ты тут ржешь на весь дом? Да ты посмотри, как дед тут отжигает. Сейчас и ты будешь. Ха-ха. Нет. Ха-ха, капец просто. Внучок, и тебе интересно стало? Дед, колдуй! Редикули! Пердикули! Что? Опять забыл? Ха-ха, да капец просто!
ящик болит. Ха-ха. Открываем ящик. А тут у нас ключик от дробовичка. Он нам особо не нужен, но мы его все равно возьмем. Ребята, а вот скажите, какая вам концовка Грэнни нравится больше? Вот когда вы играете, как вы любите от них убегать? Напишите в комментариях. Так, мы почти у цели. Бинго! А тут у нас руль от Локи. Крутяк. Но для начала возьмем дробовичок. Слышу я, что бабуль и дедуль проснулись и лазят там наверху. Давайте-ка их здесь подождем. Дед, он тот, ловлю его. Беги сюда. О, блин, вот это полет, ха-ха. Дед. Иду, бабка. Бежать надо. И ты получай, дедок-пердок, ха-ха. Ладно, пойдемте заберем руль. Забираем его, а сейчас побежали собирать лодку. Что там мы тут уже задержались? Я уже устала от них убегать. Сейчас собираем лодку, включаем супер ускорение, чиним руль, ставим свечу, заправляем. Готово! Побежали за ключиком от лодки и от решетки. Для начала возьмем ружье, оно нам пригодится. Так, надо его зарядить. А вот и патрончики. Отлично! Мы же собрались не просто убежать, а забрать деда и бабку с собой. Так, надо проверить, нет ли тут никого рядом. Вроде все тихо. Оставляем ружье и возьмем шокер. И побежали за ключиком в ванную. Оставляем шокер. И забираем ключик. А сейчас гул лодки, пока бабка и дедок не очухались. Стой! Куда собрался? Берем дробовичок. Стой! О, бабка! Да никуда! На лодке покататься! И вас покатать! Ха-ха-ха! Лодка моя! Только я ей могу управлять! Не только ты, дедок! Забираем ключ! Блин! Вот сейчас, чтобы забрать их с собой, придется ждать, пока они выспятся! Ай, ладно! Мы пока все подготовим, чтобы их закинуть в лодку и свалить вместе с ними отсюда! У тебя ничего не получится! Дед, ему надо помешать! Понял! Получится, получится! Вы мне не помешаете! Я все продумал! Пойдемте откроем решетку! Так, где-то тут я оставил ключик! Вот он! Все-таки, когда убегаешь на лодке, это занимает больше времени, чем когда убегаешь через дверь! Так! Решетка открыта! Супер! Бросаем ключик в воду! Опа! А вы видели, как он появился с потолка? Капец! Прикольно так! Так, надо сбегать забрать ружье! Вот оно! Забираем! Блин, патронов же нет! А их-то надо найти! Точно! Может, в шкафу? Надо проверить! Блин, тут нет! Думай, башка, где они могут быть? А может, на кухне остались? По-моему, я их там видел и не брал! Пойдемте посмотрим! Точно! Они тут! Готово! А сейчас включаем суперскорость и гул кнопки! Готовить ловушку для деда и бабки! Мы на месте. Для начала возьмем ключ от лодки и положим его вот сюда, чтобы нам было удобнее его забрать и не искать потом. А сейчас надо хорошенечко пошуметь и позвать бабку и деда. Только хорошенечко пошуметь, чтобы они услышали эти глухари. Ха-ха. Так, вроде мы хорошо пошумели. Все, садимся и ждем. Это ты тут шумишь? Я бабка. Уу, крутяк! Она почти залетела в лодку, но почти не считается. Надо ей помочь. Дед, быстрей, шевелись. Блин, бабка, ты такая тяжелая. Капец, просто. Все, закинул. Ловлю. Нет, дедок, поплыли, покатаю вас. Ха-ха, крутяк, закидывай на деда. Блин, а он не легче. Вот эта сладкая парочка. Готово, поплыли отсюда. Вы куда? Дед, ты погляди, что он уже вытворяет. Да, бабка, ты права. У меня есть план. Да-да-да, мы это